Вы знаете, это просто удивительно. Посмотрела на эту кровать и какой-то там бугор. И поняла, что там барсик. Но это точно, я же туда ничего больше не клала. Дело в том, что уже скоро будет серьезное похолодание. Вот сейчас было вот все за 30, а будет 14. Так вот, мой кот, барсик, он залез. Так. Так, нет. Еще, значит, он сюда залез. Совсем под теплое. Так, где это он? Барсюнечка! Барсюнь! Как ты хорошо можешь предсказывать погоду. По тебе можно уже узнавать, какая будет погода. Ну, ты вообще меня просто поразил, Барсюнь. Ну, ты сладкий. Ладно, все, я накрываю тебя. Спи дальше. Все, спи, спи, малыш.